Итак, здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители. Сегодня мы сделаем такой небольшой эксперимент. Я вам расскажу о опыте эксплуатации часов Foreshining. Что это за часы? Пройдите по ссылочке, вы увидите, как на них был обзор при их покупке. Это было в январе 2016 года. Соответственно, сейчас у нас на дворе конец августа, начало сентября. Прошло больше чем полгода, и в результате эксплуатации, что у меня было с этими часами? Ну, во-первых, смотрите, внешний вид. Обратите внимание, значит, напыление все потихонечку слезает. Далее, с другой стороны, вот, видимо, от, опять же, влаги и от, наверное, пота, вот видите здесь, что творится возле кнопочек и головки самой перевода. Явно видно коррозию металла вот возле крышки. Ну, царапины, понятно, эксплуатировал я их и в хвост, и в гриву. Естественно, никаких претензий к ремешку, хоть он и наборный, и такой достаточно дешевенький. К нему претензий нет, ни разу не отваливался, ничего не расстегивался, не сваливался. Царапина, естественно. Очень много царапин. Далее, самое такое в них было то, что я в них умудрился разбить стекло. Сейчас на них стоит уже стекло новое, как уверяет часовщик, сапфировое. Но старое стекло я, конечно, раскокал. Что хочется сказать по самому механизму. Идут они очень точно. В неделю, минута-две, может быть, они уходят вперед или назад. Недостатки. В чем заключались недостатки? В том, что очень короткий запас хода. Снимаешь с руки, они останавливаются в течение суток. Вот так. То есть запас хода, наверное, не полторы сутки где-то. Дальше. В чем еще недостаток? В том, что число не ограничено 31 днем. Если нажимать на кнопочку дальше, будет и 32, и 33, и вплоть до 40. Ну, это, видимо, уже инженерная мысль китайцев. Далее. Вручную приходится переключать месяцы. Все остальное делается автоматически, собственно. Переключается число, и день недели переключается сам. Часы мне очень нравятся, поэтому я их с удовольствием ношу. И вот, видимо, видите, как уже у них меняется внешний вид. Но тут уже китайское производство. Соответственно, делайте выводы о том, что, собственно, часы хорошие, но металл у китайцев еще оставляет желать лучшего. Вот такой коротенький отчетик по этим часам. Кому интересно, пишите. Может быть, что-то посоветуете с ними сделать, там почистить каким-то образом. Что-то, может быть, я просто не такой специалист. Может быть, вы лучше знаете. С удовольствием почитаем и подискутируем на разные темы по поводу этих часов. Поэтому до свидания. До новых встреч.